забрали молодых людей от детей, от семей, забрали всех в армию. А вы посмотрите, у нас в республике половина Кавказа здесь молодых мужчин, почему их не забирают на службу? Кавказцев почему не забирают? Они все стоят на рынках, торгуют везде. А ведь это молодые, здоровые ребята. Дело в том, что другие нации, русские, там татары, башкиры, так не воспитаны, чтобы убивать человека. А вот кавказцы, у них это в крови. Вот их надо на фронт мобилизовать. Вот тогда будет дело, как сказать, быстрее. Дело в том, что наши ребята погибают не от того, что они не могут воевать. Они не могут человека стрелять, вы поймите. Мы не воспитали так детей. Спасибо большое за ваш звонок, за ваш вопрос. Я бы не стал делить ни по национальности, по каким-то вещам, понимаете? Поэтому это очень такая грань, очень тонкая грань. И если каждый будет рассуждать, исходя из национальности и так далее, это будет неправильно. И, конечно, это раздаст только еще больше раздрая в обществе. Нам нужно быть едиными. Нам нужно быть... Вот, мы недавно, только 4 ноября, отмечали День народного единства. Да. Так, когда...